Но здесь спрашивают вопрос о бомбардировке, предполагаемой бомбардировке США Луны. И спрашивают, что я по этому поводу думаю. Ну, я думаю, что с чем это связано. Почему, вы знаете, почему американцы и, так сказать, советские власти перестали вообще какую-то деятельность по поводу Луны делать? Наверное, в курсе дела, да? Потому что им по башке дали, сказали, не лезь, куда не нужно. И вот недавно же была передача, весьма неплохо вот поставлена, между прочим, с довольно много интересной информации, что американцы свернули, ну, из 100 миллиардов, вложив 98, осталось там пару миллиардов, чтобы завершить, они это свернули, сказали, что это экономически невыгодно. Ну, извините, глупости. 98 вложив, к примеру, осталось 2 миллиарда, сказать, что вот мы не экономически невыгодно. Я понимаю, 2 миллиарда вложили, 98 еще нет. И передумали, это понятно. Но когда 98 миллиардов, примерно, вложено, осталось только 2, и говорят, что это экономически невыгодно, нерационально и так далее, глупо. По крайней мере, это не настоящее объяснение. То же самое советские власти сделали. Почему тогда им запретили? Почему сейчас они, наверное, хотят делать? Я за них отвечать не могу, могут предполагать. Скорее всего, это связано с тем, что те силы, которые они, социальные паразиты, были на Луне, их поддерживали, уничтожены, и там уже их нет. А там появились уже не враги цивилизации Земли, а наоборот, враги социальных паразитов. Вот они, видно, пытаются тем самым их, так сказать, не допустить, чтобы они появились, потому что с недавнего времени земные социальные паразиты остались в полном одиночестве, в гордом одиночестве, потому что внешние силы, которые их поставили, создали на Земле, уже уничтожены. Так что я думаю, что одна из причин такого именно в последнее время возникновения желания такого произвести действие, это связано именно с тем, что они хотят не допустить, чтобы на Луне была база светлой силы.